Великий экран, 300 посадочных мест, интерактивные зоны. У Гомеле завершаются опошние приготовления фан-зоны до трансляции других европейских гульнев. С 21 по 30 червня горожан и гостей города, необыяковых до спорту и просто аматоров активного отпочинку, чекают на пляцовце побач с Лядовым палацем. Чем будут удивлять гомельских болельщиков, сюжет Марины Джалай. Болеть за наших спортсменов и просто добро провести час. Пляцовка побач с Лядовым палацем повольно перетворяется у масштабную яркую фан-зону. Тут каждый день с 21 по 30 червня можно будет назирать за другими европейскими гульнями. Спортивные баталии будут транслироваться на великим, по мерам 4×7 метров, экране. Сегодня специалисты приступили до его монтажу. Насупрать глядацкая трибуна на 300 мест. Але это еще не все. До початку еврогульня тут появятся интерактивные пляцовки, где все жадающие и дети, и дорослые смогут попробовать свои силы у тем или иным виде спорта. В связи с тем, что фан-зона будет работать и у поздние годины, для зручности болельщиков появятся дополнительные вечерние рейсы громадского транспорта. За смачную ежу и напитки будут отказывать кулинары фудкорта. На протягу всех 10 дней у фан-зоне будут выступать лучшие творческие коллективы Гомельщины. Именно в первый день, 21 июня, на церемонии открытия у нас будет работать самый большой первый концертный блок с участием самых лучших творческих коллективов. Не буду раскрывать, у нас будут белорусские звезды, у нас будут хедлайнеры. И, конечно же, это будут главные люди, это наши спортсмены, наши звезды. Будут прямые включения, будут записи и будет много, как обязательно, сюрпризов для наших фан-болельщиков. Кроме того, тут же предугледжена территория и для интеллектуальных спаборництв. Приехали представители дирекции, и на протяжении всех 10 дней здесь будут довольно-таки интересные современные молодежные интеллектуальные игры, которые будут, естественно, связаны со вторыми европейскими играми, с олимпийским движением. И довольно-таки большое количество конкурсов, довольно большое количество интересных мероприятий, как для детей, так и для взрослых. У найбуйнейшем мультиспортивном форуме континента примуть удел больше за 4000 спортсменов с 50 краин. Яны разыграют 200 комплектов узнагород у 15 видах спорту, а так само лицензии на Олимпиаду 2020 у Токио. Спортсмены Гомельщины выступят у 9 видах. Марина Джала, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».